Сегодня в Москве обсудили стратегию развития бизнеса. Место встречи первых лиц государства, руководителей субъектов и ведущих предпринимателей – форум «Деловая Россия». В его работе принял участие глава Чувашии. Ключевые решения экономической повестки региональным властям обозначил президент России. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Форумы «Деловой России» помогают наладить эффективный диалог предпринимателей и власти. Роль бизнеса высока и при достижении национальных целей развития страны. Президент России расставил приоритеты. Необходимо совершенствовать систему поддержки и устранять барьеры. Деловой климат в регионах – ключевая тема. Эксперты говорят, что инвесторов нужно стимулировать. Бизнес, он всегда опирается на некоторые отрасли или на некоторые сферы деятельности человека, которые являются приоритетными, которые имеют огромное преимущество. Поддержка бизнеса для республики – приоритетная задача. Это доказывают и первые строчки в национальном рейтинге. Но и запросы инвесторов растут. От глав регионов зависит многое, отмечают эксперты. Власти региона должны чувствовать пульс. Вот эту вот проблематику, которую генерирует бизнес из-за того, что чувствует барьеры для своего собственного развития. Каждый предприниматель, который желает вырасти, которому что-то не хватает, должен получить возможность какой-то государственной поддержки для своего роста, финансовой или нефинансовой. Инвестиционный климат должен отражаться и на качестве жизни, уверен Михаил Игнатьев. Об участии в форуме он рассказал на своей странице в Инстаграме. Реализация экономических задач бизнеса зависит напрямую от качества жизни и социального самочувствия сотрудников и их семей. И в конечном итоге основная цель при создании благоприятных условий для бизнеса – это создание благоприятных условий для каждого человека. Правительство Чувашии продолжает выстраивать тесный диалог с бизнесом. На полях форума глава республики и председатель организации «Деловая Россия» подписали соглашение о взаимодействии. Очередная встреча с бизнес-сообществом и региональными властями станет основой и для послания президента. Владимир Путин отметил, что сейчас необходимо движение вперед. Безусловно, нужно думать на перспективу, создавать благоприятные условия для того, чтобы открывались и модернизировались предприятия, росла производительность труда. Наша встреча проходит в Московском доме музыки, в этом зале, конечно, трудно избежать аналогии. Есть такие сравнения, не буду сейчас вдаваться в детали, но мы знаем, что ситуация в мире развивается очень энергично, быстрыми темпами, и мы вот в таком стиле с вами и должны работать, в стиле «Аллегро». Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.